На повестке дня очередного заседания правительства встал вопрос о распределении дополнительных бюджетных средств этого года. После проведения торгов и аукционов ряду отраслей удалось сэкономить часть средств, уже заложенных в бюджет 2017. Их общая сумма составила 1 миллиард 275 миллионов рублей. Средств, которые остались нераспределенные, которые были выделены в качестве приоритет на то, чтобы обеспечить обязательства, социальные обязательства, взятые на себя обязательства по финансированию программы, по завершению реализации проекта, который мы начали. Для этого Кабинет министров рассмотрел ряд государственных программ, требующих корректировки финансирования на 2017 год. В первую очередь дополнительные доходы будут потрачены на социальные нужды. Зарплаты бюджетникам – это 801 миллион рублей, и социальную поддержку – 450 миллионов. Это субсидия оплаты жилья, коммунальных услуг, компенсация оплаты жилого помещения. Это компенсация многодетным семьям, педагогическим работникам, ветеранам Тутро-Ленской области. Около 15 миллионов рублей будут перенаправлены на финансирование программы «Безопасные и качественные дороги». Министерство искусства и культурной политики получит 44 миллиона рублей. Деньги пойдут на оснащение ряда подведомственных учреждений – Ленинского мемориала, детского кукольного театра, районных домов культуры. Распределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объеме 2 миллионов 800 тысяч. Данные средства будут направлены на приобретение лифта в Ленинский мемориал. Кроме этого, распределяют средства областного бюджета в объеме 653 тысячи рублей. Данные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджетных средств при начислении заработной платы в Центре народной культуры. Часть средств были перераспределены из Министерства ЖКХ и транспорта. Суммарно по всем мероприятиям на 2017 год уменьшается финансирование 1 425 000 рублей. В соответствии с этим изменением программа скорректирована соответствующие индикаторы показателей экономического эффекта. Изменения были одобрены сегодня на заседании областного парламента. Также на мероприятии был продлен срок действия регионального закона о предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков, на которых расположены гаражи в собственность бесплатно, до конца 2018 года. По предварительной оценке, к концу года доходы областного бюджета вырастут до 40 миллиардов рублей. Это выше запланированного на 1 миллиард рублей. Анна Тищенко, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.